Сам отель. Парковка и вон там детская площадка. Приехали мы в город Цуэререс посмотреть, походить. Сегодня у нас день смотрения города. Вот это ихняя улица старая, ну, старинная, главная, в общем. И там должно быть куча магазинов и церковь. Вот, но церковь мы видели за окна. Не знаю, дети дойдут, нет, или Ильяс у нас приболел чуть-чуть, а вон церковь. Вот, ну, дойдет, думаю. Так что сейчас будем смотреть, что тут и как. Ну, пока все в восторге. В отеле есть Lake Line для детей. Они могут там хоть с утра до вечера, в общем. Есть бассейн, спа. Кстати, косметика там, дермалогика. Вот, вот тут уже начинается всякая ихняя косметика с травками. Вот, рестораны, бары, клубы, все в отеле, можно даже там оттуда не выходить. Но посмотреть тоже интересно. Так что... Опять я не так снимаю, надо снимать вот так. Маленькие. Лампы из перьев. Люди под дерево сделали сидушки. Ком... Искал табильда. Ком ляс. Только так. О, как красиво. Шопо так, а? О, как красиво. Керамический магазин, по-моему. Грибочки. Шайляс рум. Картины такие. Люди сидят по Black Spirit. Да-да-да. Пошлите в магазин, зайдем, посмотрим. Пойдемте. Сюда. Глядите, тут фонарики. Что? Лис по... Ком. Вот там они делают все. Эй. Магнитарь. Магнита. Кьют. Шойляс. Магнетер. Для магнет. Просто зачем-то. А дар для лага, дай. Там они делают вот это. Шо? Руна для лага, дай. Косоль, хэ? Кому шо? Курксеня. О, шо за финт. Писка! Писка, я. Какие красивые изделия. Руна, сам писин. Ксения, что, сколько ты готаря? Тарелочки, ну, конечно, цены. Офигеть. Блин, а сколько целготари? Что, фаварно? О, как красиво. Ты да?
Ой, у меня перчатки с мехом, так что вам ничего не видно. Сейчас пойдем рыбок смотреть. Какие подсвечники классные. Такую красоту наделали. Все из керамики. Лампы. Там рыбки. Делали огромный аквариум. Финтру на фиски более. Я. Хамин с кололиги фискене. Кур фиске. Глядите, какие зеркала красивые. Сделали зеркало. Но тоже стоят они. Офигенно, так что ручная работа. Это я. Всем привет. Сегодня нам повезло, кстати. Сегодня плюс 2 градуса. Ой, да, плюс 2. И поэтому мы думали, будет холодно, но не холодно. Красота. Все рыбы испугались. Вот они. Доктор Органик. Классное мыло. Браслеты. Так, перчатки мне надо снимать. Такой натуральный магазин. Чай, все такое, каши, веганские, в общем, свечки. Свечки с запахом. Да что ж такое, я засвечиваю все. Ксения, люкт. Лясвильду люкт, да? Что? Да ком вилге люкт. Много что представлено из Black Design. Это классно. Такая у нас на даче есть. Ксения в кадре. Илья Шлют.
такие скатерки. Девчонки, это нав. Такой прикольный этот магазин с цветами, а это Бакари. Шорун Дарви Модрики кафе. Это цветочный магазин. Кроссовки, но цены хоть и скидки стоят все равно дофига. 2300. Детские салоны. 1500. Классно. Я вот такие высокие хочу, потому что снег, чтобы не попадал. 1600. Нашли кота, хотим сейчас погладить. Вот она, церковь. Мало магазинчиков здесь, только если косметика и Содора, Бар Минералс и Хардеко. Ну и такие их неинтересные магазины с норвежским дизайном. Но у меня одежды полно, я ничего не хочу. Сумки такие кожаные для бабушек. Так что ничего такого. Но есть всякие, вот как мы заходили в Город Дизайн, много чего можно купить интересного. Чаи, кофе. И кафешки классные тут. Сейчас попробую кота вам заснять. Такой хороший кот. Сейчас зашли в магазин серебра, там тетка такая сидит злая. Я думаю, я ничего не буду у нее брать за то, что она злая. Нужно быть добрее, чтобы что-то в магазин покупали. Ну, это не очень круто. Привет, кот. О, какой здоровый. Красивый, да. Рорюфский кот. Где Элиас-то? Какой красивый, какой. Ой, какой добрый. Вот он какой хороший. Чтобы зайти в церковь, нужно 100 крон заплатить за билеты. Но мы что-то не знаем. Мы уже были в таких церквях. Вот, думаю, может лучше. И не надо. Хотя интересно посмотреть, что внутри. Но сейчас еще подумаем. Снимать там нельзя, к сожалению. Вот. Во многих магазинах... Можно, а вот это серебро нельзя, в церкви, естественно, нельзя, да. Вот. Вот еще, кстати, во всем городе можно вот такие. Так что, если маленькие дети не хотят идти, можно такого посадить и вперед. Есть точно такие же с корзинками. А мои вон кота нашли. Самое лучшее развлечение. Добрый. Сейчас пойдем вниз, еще по магазинам пройдемся и все. На мандагуске дови шог соганганка я виза. Пайперхуйс. Здесь, кстати, многие живут, ну, круглый год, а некоторые как используют как, ну, типа дачи хита. Персон. Такие улочки маленькие, с маленькими-маленькими домишками. Ну и, конечно, полно музеев. Вон там, видать, что-то летом происходит.
Малрен. 1865-1935. Здесь он, наверное, жил. Кадевард. Окей. Вот там, кстати, вулкан. Не действующий, но бывший. Вон там, где гора. А здесь муж сказал какой-то дрифт, а я что-то не поняла, что тут за дрифт. Вот, но все смотрят, ходят. Ну, по-моему, закрыто. Та-ра. А, кстати, мы вчера ели вот этих вот, как они, не олени называются. Забыла, блин. Вот, наверное, их тут держат. Или держали раньше. Кады хеттердендирь? Рейнсдирь. Да, рейнсдирь по-норвежски, не знаю, как по-русски. Сейчас посмотрим, что там написано, и пойдем. Такие, конечно, постройки. У меня такое же ощущение, что они скоро уже все рухнут. Смельхитта называется. Может быть, тут Смельхитта, Смель... Не знаю. А, здесь добывали, видать, вот. Все серебро тут. Вот тут все показывают, как что... Добывали, промывали. Это серебро находили, все что-то. Может, даже золото. В общем, это музей. Это было в 1975 году. В общем, они здесь сделали всякие изделия. Да. Больших и маленьких. Вот это камни с этой лавы. И они добывали вот это все. И вот серебро. Металл делали, всякие изделия. Папа, а вы там со там? Кажется, да. Ну, естественно, носки. Теперь варежки их не тарелки, но их не сделали, в общем. Чаёв я накупила, ну, конфетки. Можно чай попить. Все сделали из камней. Там Что? Дыр, да, растень. Кобер, да, понял. Кадафин. Кобер. Это сон стоп. Кобер, да, нас тут он гудом, да, нас кадир. Всем детям интересно. Вильха Альт. Вот какой камень. Это все они здесь нашли. Не написано вон там, все написано. Литтл Стур. Сердечки. Что? Что какой стейн? Внутри.
Это можно на ключи или на сумку. Кюльт. Это в камне улитка, наверное. И вот они откопали. Шурина. Смотрите, девчонки, кафе. Мы выбрали, конечно, самое красивое. Еще даже Дед Мороз стоит. Какао, блёк. Кафе, бутик. И пес. Пес. Мандарька, дарюна. Горосита даря. Так вот здесь можно сидеть, кушать, пить. В сарае, в общем. Детям тут понравится точно. Прикольно вообще. Я, конечно, люблю люксус. Но полазить-то тоже хорошо. Каси твидарилер. Здесь доктор и там Леге. А здесь, глядите, голубое здание полиция. Прикольно. Так, мы ищем кафе. Все настолько забито, что негде сесть. Я не знаю, что тут здесь будет на март, но мы на март не попадаем. Но если в обычный день негде сесть, то я не знаю, что будет потом. Хорошо, что мы пораньше приехали. Мы, скорее всего, сделаем здесь на улице кафе, потому что здесь уже они начали делать. Места всем хватит. В общем, купили мы опять чай. Всяким. Белый чай. Там был на распродаже, потом манго-чай, ихний чай, юбилейный чай, роуз и страусовый крем для детей, если у них раздражение или что-нибудь. Вот, в общем, нашли мы еще Домус шоппинг-центр. Здесь есть, там есть все, что вам надо, косметика и духи, и что вы хотите. Так что тут и Еврокрис, и все, что надо. А мы сейчас собираемся в бассейн. Чуть-чуть отдохнем и пойдем. Да, Ильяс? Наймен дутавску курдуска. А мандой ну клару щор. Нам сегодня поменяли. Вот у меня вот эклеровская такая. Там у меня все для лица, и для душа, и все. Потому что у меня было очень много деклёра в этом году, и надо заканчивать. Вот немецкую я покупала. Умывалку для волос, дизик и, в общем, все принадлежности. Вот это нравится, как метеориты. Метеориты я, честно, недовольна. Они постоянно куда-то у меня закатываются. А вот эти классные. Это все Лара. С мелким шиммером, но их на лице вообще не видно. Сейчас уже 10 час, но мы еще не спим, дети пойдут и чуть поиграют и пойдем спать. Тут лекерум. Сейчас. Надо будет снять. Мама, ты можешь скрыть, а? Осе, это люрефлас. Люрефлас. Класс. А в мячиках? Были уже в мячиках здесь? Прима, мама. А да, это вартеляс. Класс. А здесь раньше был бассейн, я думаю. Ну, видишь, это, думаю, был бассейн. И на бассейн. Я на кошельке, я
Литон тур. Класс. А как я старую? Всякие штуки. Мама, я люди трапи на скрия. О. Моя отрюки мама уже вела листофера на скрия. Почему? Але ю, пилю. Окей, ком. Ну, моя платье, наверное, не скли, да. Мама, в общем, чуть не упала. Кура скал видер, а? Мама, ты рядом. Энда скли, а? Еще одна горка. Туннель, окей. Да, мама, наверное, не сможет по туннелям. Ходуки горит туннель, а? Да. Здесь, да, здесь я по таким смогу, да. Трамплин. Класс. Папа? Папа, мы прёва. Класс. Вот здесь классно сидеть, как в домике. О, кошмар. Мама, в 10 часов вечера. Великий класс. Кошмар. Мама, вечером уже все. Плюс вино. И все. Капец. Я, ну классно для детей. В общем, родители называются отдыхать. Класс. Да гору го по утганку. Я. Я хемеля класс. Men man klarer du å gå der? Vet ikke, kanskje. Det går an å sove på herre nå, da. Da prøv du først. Nei, du. Nei, du først. Damene først. Jeg kan prøve først. Damene først. Og så guttene. Sначала дамы, потом мальчики. Urettferdig. Завтра у мамы будет день рождения. Завтра мама мы в Масакус. Kan du gå i tunnela? Klarer du å gå i tunnela? Selvfølgelig. Det er liten tunnel. Mamma уже попробовала почти все. Всякие штуки, лишь бы не навернуться теперь. Хорошо, что никто не видит. Ночь. Det er ikke noe farlig, mamma! Nei, da går vi videre. Ingen der, det går ikke kult. Da blir det kult, men... Vil du gå inn der, mamma? Nei, det går bra. Tre stykker. Snart vi ut, eller? Vi må gå ned her. Vi må gå ned her, da. Ja, надо было. Это шорт. Най. Все. Мама, я не лягрят, но. Нет, мама не выдержит здесь. И один круг. Ну, как бы! Мама репрет альтаман энган. Да хенте, папа. Дермо хенте, папсон. Куда приду, Хера? Папсон би блимия бер по день. Ай, да варсисты ганг. А вот да. Ты можешь сейчас сижу, жду, когда дети наиграются, и пойдем уже, наверное, спать.
Хотя здесь сейчас взрослые вовсю уже собираются. Мы сегодня так что-то накупались, наигрались, набегались, что мне уже самой охота лечь. Муж куда-то пропал. В туалет, наверное, или в комнату уже убежал. Не выдержал. На Эляс Вискалгону список. У меня огуречная вода и, в общем, смеди, фрукты, творог чуть-чуть, йогурт и всякое. Что Ксения набрала? Примерно то же самое. У папы больше мяса, конечно. Так, Ксюш, да. Что у мамы сегодня? День рождения? День рождения. Папа сегодня оделся красивый. Мы сели возле окна. Там тоже... Я... Широчкой. Мы сейчас идем, фоткаемся с ним. Потом переоденемся в спортивную одежду и поедем на лыжах. Пока я сегодня красивая, надо сфоткаться. А то все-таки день рождения. Ксюш, пошли нас фоткать. Ком, пошли, сфоткаешь нас? У меня сегодня новые сережки от Сваровски. Какие я и хотела. А еще сейчас покажу, что еще. В туалете, конечно же. Еще. Новая палетка от Clarins. То, что я заказывала. И поездка. Пошли фоткаться.